Доброе утро. Здравствуйте. Вам не надо машинку помыть? Обращайтесь, недорого. Такая территория под машины. И вот тот домик дальний. Ну и вкратце о гостинице «Надежда», находящейся в деревне Разметелево, если она, конечно, так называется, я не знаю. Что мы можем сказать? Удобно туда, конечно, только на машине, потому что вот вчера вечером мы ехали 35 минут от центра до этой гостиницы. А если своим ходом, вообще не знаю, как туда добираться. Потому что это, скажем так, частный сектор. И, соответственно, гостиница находится вообще за воротами, как обычный там дом. Я не знаю, живут там хозяева, не живут. Ну, наверное, живут, потому что вроде сегодня ходил один в трусах. Это так. Вот. И там два домика, в которых разные номера. Вот у нас был небольшой домик, там на втором этаже кто-то жил, и на первом этаже три номера. Вот в одном из них мы. Это был двухместный с душем и туалетом в номере. Отдельно кухня там большая, Саша вчера снимал. Вот. Нам все понравилось. Ну, конечно, были очень... Двери плохо закрывались, как Саша сказал, разбитые замки. Ну и вода текла то горячая, то холодная. Как-то она плохо смешивалась, и то одно польется, то другое. То кричишь, то в холоде, то в кипятке варишься. Но это... быстро налаживается, поэтому это особо нас не смутило и проблем нам не придало лишних. Слабый напор был воды. Вот. Так что нам лично понравилось, и я бы, наверное, еще там остановилась, если бы нам надо было где-то поблизости поездить. Потому что дешево получилось. Получилось всего 1500, хотя на сайте стоит 1700. Не знаю, скидку за что-то нам сделали. Может быть, на сайте было написано, что 10% скидка при бронировании на сайте. И тапочки там дают при входе. Прям можно и тапочки одеть. В общем, все. Нам лично понравилось. Отдохнули, поспали. И вот сейчас едем дальше. Да. Около 6 лет назад я начала составлять генеалогическое дерево. Как себе, так и Саше. Тогда мы узнали, что в поселке Темнино Тушинского района Ленинградской области есть памятник воинам Великой Отечественной войны. И на одной из плит высечена фамилия Саши Маурадина. Сейчас будет происходить возложение гвоздичек на могилу известного солдата. Солдат это был мой прадед Грибов Василий Иванович. Пойдемте. Сюда? Куда ты пошел? Спасибо вам, родные наши деды, что путь прошли великий до победы. Спасибо вам за мир над головой. Спасибо вам за счастье и покой. Пусть салюты гремят, пусть оркестры трубят, пусть на солнце знамена горят. Пусть проходят года, с нами вы навсегда. Пусть сияют мы в Шлиссельбурге. Thank you.
Крепость Орешек – крепость на Ореховом острове, напротив города Шлиссельбург. Основана в 1323 году князем Юрием Даниловичем, внуком Александра Невского. С 1612 по 1702 год принадлежала шведам. Чтобы попасть на Ореховый остров, на Шлиссельбургскую крепость, она же крепость Орешек, необходимо за кораблик заплатить по 250 рублей человека и само посещение крепости 200 рублей человека. А здесь что? Стена Новгородской крепости 1352 год. Раскрыта археологическая экспедиция Института археологии Академии наук СССР. 69-й год. Обалдеть. Древненькая штучка. В 1798 году был построен секретный дом, узниками которого в 1826 стали многие декабристы. Среди них Иван Пущин, Вильгельм Кюхельбекер, братья Бестужевы и другие. Крепость использовалась как политическая тюрьма. Самым известным заключенным был Иоанн VI Антонович, император Российской империи. В 1741 году во младенчестве был свергнут Елизаветой Петровной, а затем в 1761 был умерщвлен при попытке освобождения. Прямо здесь расстреливали около стены.
местечко. Прямо вот так вот выстраивали, небось. Здесь 8 мая 1887 года царским правительством был казнен брат Владимира Ильича Ленина, революционер-народоволец Александр Ильич Ульянов, покушавшийся на Александра III. Бля! Место для удара головой. Вот где лучшая фотография сегодняшнего дня. Ладожское озеро – самое большое озеро в Европе. Да уж. Сильно крепость пострадала в период Великой Отечественной войны. В 1941-45 годах в течение 500 дней небольшой гарнизон из бойцов 1-й дивизии войск НКВД и моряков 409-й морской батареи Балтийского флота оборонял крепость от немецких войск. В результате немцам не удалось переправиться на правый берег Невы, замкнуть кольцо блокады Ленинграда и перерезать дорогу жизни. На территории крепости находится братская могила. В ней похоронено 24 советских воина, погибших при обороне. Хера себе. Как говорится, ради наших подписчиков, да? Музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда» был открыт 7 мая 1985 года. Ленинградские художники более 3 лет работали над художественно-документальным полотном. Многие из авторов были участниками обороны Ленинграда. Является памятником. Памятником солдат, отдавшим свою жизнь во имя освобождения Ленинграда от блокады. На нашу родину напали фашисты. Ленинград был окружен с целью его полного уничтожения.
Они отдали свою жизнь за Родину, за Ленинград и в конечном итоге за нас с вами. А наш музей уникальный. Уникальность нашего музея в том, что мы с вами стоим на том самом месте, где была деревня Марина, которая первая была освобождена во время операции Вистер. Музей находится, где первый камень. Ладожский мост, который над нами, точно повторяет вот эту вот деревянно-лизовую дорогу. А художниками нарисовано так, что мы находимся на правом берегу Невы, на участке Ленинградского фронта, за нами Ленинград. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. И уже 8 сентября 1941 года фашисты оккупировали город Шлиссельбург. Так вот, с момента оккупации гитлеровцами города Шлиссельбурга и начинается Великая 900-дневная Ленинградская блокада. Единственным сообщением города с большой землей является дорога жизни. Она идет от станции Синовец по Ладожскому озеру до Кабона. В Кабоне был эвакопункт, он принимал вывозимых из Ленинграда людей. Более 700 тысяч жителей блокадного города прошли через Кабон, называют его местом второго рождения. Четыре попытки прорыва блокады не дают никаких результатов. Но за это время образуется так называемый Невский пятачок. Пятачок – крошечный участок земли. 1,5 километра длиной, 600 метров глубиной, со всех сторон окруженный фашистами. Около года в общей сложности просуществовал Невский пятачок, но за это время советская армия потеряла около 200 тысяч солдат. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Мы находимся сейчас на знаменательном месте, которое носит имя Невский пятачок. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Mm-hmm.
Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Ну все, на сегодня наше экскурсионное мероприятие закончено. Мы посетили сегодня крепость Орешек под Шлиссельбургом и музей Диораму «Прорыв блокады Ленинграда». Сейчас мы отправляемся в Петрозаводск. Вот такой он карельский кемпинг. И машину можно вон проверить. Такая большая территория. Осталось час до Петрозаводска. И мы будем отдыхать. И вот такая небольшая беседочка со столиком. Вот. Сосны, сосны. Кстати, снега еще лежит в лесу полно. И причем, чем ближе к Петрозаводску, тем снега больше. Вот. Надеюсь, мы не замерзнем за эти 3 дня, что будем в Карелии. Номер в хостеле «Брусника», Петрозаводск. Взяли 2 кровати, потому что мне показалось, что они гораздо больше, чем одна двухместная. Вот опять нас балуют красивой люстрой. Так, телевизор. Вот, со своими правилами. И вот как раз 3 пульта. Кондиционер, кстати, 3-й пульт. Есть лампа, если что. 2 огромных окна. С какой стороны зайти-то? Вот. 2 больших окна прямо на стоянку. И там нашу машинку видно. Тут тумбочка с полотенцами. Александр. Вот он, вот он. Вот он. И душ с туалетом. Греется вода. Еще пока ничего не опроверяли. Только зашли. Видите, какие потолки высокие. Вот тоже, кстати, отмечается на сайте. Это считается номер люкс. Потому что с туалетом и душем в номере. Электронная дверь. Сейчас тут где-то был. Вот, с ключиком электронным. Вот. Вот так. Ой, вверх ногами.